В этом году я праздную неформальный юбилей. 10 лет назад зародилась среда. Да, до появления той самой среды 19, которую вы знаете сейчас, пройдет еще несколько лет. Но именно тогда, в 2014 году, случилось то, что в конце концов приведет меня сюда. Если вы внимательно следите за моим контентом, то уже частично знаете эту историю. Но в этом году мы пойдем глубже и с головой окунемся в ретроспективу. Посмотрим, как я начинала рисовать, как училась азам, бросала рисовать, пробовала себя в чем-то совершенно ином и снова возвращалась к истокам. Перезагрузим систему, оценим настоящее и немного заглянем в будущее. Из 2014 в 2024. 10 лет, 10 периодов, 10 холстов и не только. С февраля по ноябрь. Увидимся на первом этапе перезагрузки уже в этом месяце. А ты иди.